Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Stacros микросистем, который успешно стартовал, но там на старте были маленькие неполадки, но тем не менее старт состоялся, все хорошо, все прекрасно. Вот, что я хочу. Давно не делала я видео по этому проекту. Значит, заходим в панель управления и смотрим свою очередь. Я уже вот на вот здесь вот ваш будет уровень. У меня в данный момент 4-й уровень. И я сюда закидывала 2 доллара. И как бы я вот активировала, и я взяла одного дублера. И вчера я взяла второго дублера. Итого это будет, это уже за баланса, как бы, да, у меня идет. Как видим, у меня на балансе 6 долларов 8 центов. Вывод можно делать с 7 уровня. Производить, когда вот у меня будет номер 7, я уже могу вывести. Но что, так как я заводила 2 доллара, плюс я за 1 доллар купила вот дублера. Смотрите, дублеры. Здесь это все надо рассчитывать по финансам своим. Так, значит, и я могу, чтобы свои не вкладывать, если бы вот у меня был 7 уровень, я бы вот смогла вывести 3 доллара. Чтобы у меня каждый... Вот, я закинула 1 доллар. Я купила дублер 1, видите, решеточка 1 и решеточка 2. Это все по 1 доллару. Это не ваши рефералы, как бы, это место в очереди. Вот у меня, когда будет 7 уровень, да, вот здесь, вот обратите внимание, вот этих 2 на 4 месте. Я вчера 21.05 я купила себе, взяла дублера, вот сюда поставила циферку 1, нажала создать. И вот у меня второй дублер. И уже на 3 уровне. Здесь бешеная скорость. Здесь ежедневно, каждый вечер несколько тысяч роботов встают в конец очереди и подталкивают систему как бы вперед. Так, далее, что я хотела сказать еще. Мысли разбегаются. Заходим, друзья, в личный кабинет. Это очень важная информация. Так, нажимаем вкладочку «Профиль». И проверяем вот все свои личные данные. Это в обязательном, друзья, порядке, чтобы... Ну, защитить свой кабинет. Так, проверяем имя, логин, email, Skype. Прописать в обязательном порядке все свои кошельки. Если вы не можете, поставьте там черточки или еще что. Чтобы все-таки мы работаем с деньгами, да, и чтобы чужой не зашел как бы в кабинет. Значит, нажимаете сюда редактировать профиль. Сюда. Вот просит, ну вот, имя, фамилия сохранить. Так. Далее. Я уже все сохранила, я вам не смогу. И вот здесь, а здесь сменить пароль. Ну вот, и у меня все записано, как бы я вписала все. И Perfect, и Pair, и Bitcoin, и Ethereum. Как бы я. Ну, вы все прописываете, чтобы это во избежание того, чтобы не взломали ваш кабинет и не увели ваши деньги. И самое важное, нажимаете сюда «Сменить пароль» и меняете свой пароль на более сложный. Это также в обязательном, друзья, порядке. Так, и проверьте обратную связь. Не писали ли вы там сообщение от вашего имени, да, потому что уже, насколько мне известно, был такой случай, что ли, что зашли в кабинет, да, к человеку, и вот, значит, так, с этим понятно. Вот это я хотела до вас донести. Значит, опять возвращаюсь в кабинет. Здесь, друзья, смотрите, новости. Читаем обязательно новости, так.
Вот, 21 безопасность и изменение данных профиля. Это все написано. Так, это все прочитать. Далее, здесь очень много новостей. Так, активный, заполнить. Вот это все как бы как пополнить. Вот это все прочитать новости. Далее, конференции и брифинги, друзья. Ежедневно проводятся брифинги, конференции. Как бы сейчас загрузится страничка. И здесь все вот эти видео все выкладываются. Все это можно просмотреть. Ну, вот у меня долго грузится. Так. Далее вот 22.04. Это сегодня. Ну вот видите, у меня долго загружается это все. Вот. Как бы это все записи здесь опубликовывается. Далее опять личный кабинет. Так, профиль управления баннерами, это я вам показывала. Здесь модераторы, рефералы. Вкладочка как бы отображаются. Так, далее. Вот это вход в панель управления, самое главное. Нажимаете на эту картиночку. И здесь вся ваша статистика. Некоторые все выводят, кто уже дошел до 7 уровня, выведут все деньги, и у них замочек. Значит, очередь приостановлена, друзья. Далее что? Баланс. Здесь вся статистика. Оплата. Идет пополнение баланса. Здесь у нас маркетинг. Здесь можно просмотреть очередь. Свою очередь. Как бы здесь очень все много. Вот. Первый, второй, третий. Видите, все разноцветно. Выплаты. И вот как бы выплаты уже идут. Так люди уже получают денежку. Вот начиная 6 уровень. $1, 7 же уровень $2, и так по нарастающей. Так, дублеры. Дублеры я вам показывала, как сюда ставить. Ну, смотрите по своим финансам. Вот. Я уже ничего пополнять не буду. Я все как бы. У меня сейчас как бы баланс капает, а потом, когда настанет мой уровень, я благополучно все выведу. Проект платит уже очень много. Видео по выводу, так что у меня даже ни тени сомнений, что-то такого нет по этому проекту плохого. Так, реферальная программа. Вот мои партнеры. Мои партнеры, конечно, вперед меня. Так, вот у меня человек уже на 8 уровне, уже получает прибыль, уже выводит, скорее всего, это 100%. Далее, вот на 7 уровне у меня партнер. На 6 два партнера, 2 на 5. И 3 на 4 уровне. Вот эти люди у меня не проплатились. Я не знаю. Вход, друзья, сюда $1. Ежедневно с вас буду списывать 3 цента. Скорость здесь, друзья, бешеная. Это столько народу. Ну, сколько у нас народу? Сейчас я покажу. Так. Главное меню. Так, сейчас главное меню. Надо мне опять заходить. Вот. Активных участников 19659 человек. Это почти 20 тысяч. И каждый день прибавляется. Это вообще тут скорость бешеная. Сюда никогда не поздно заходить. Я только вчера купила дублера. Мне этот дублер будет приносить по $1. Под себя можно регистрировать, сам у себя реферал, сколько хотите там аккаунтов. Здесь вот вкладочка «Запрос на вывод». Вот. Тоже сюда вставляете сумму, выбираете платежную систему и номер вашего кошелька «Запрос». Вот. Конечно, проект суперский. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Ну, неинтересно, это дело, как бы говорится, хозяйское. Вот. Я очень довольна, что я попала в этот проект. Конечно, проект супер. И не забудьте
прописать все свои реквизиты и сменить пароль, самое главное, на более сложный. И все это записать. И на главной страничке. Так, главное меню. Так, как бы мне личный кабинет. Друзья, вот главное нажимаю. Опускайтесь в самый низ. И посмотрите, есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Вот это есть, что это WhatsApp или что это. Телеграм, Ютуб канал, Скайп. Друзья, добавляйтесь, чтобы быть в курсе событий. Вот. Ну и платежные реквизиты. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.